Здравствуйте, на этом видео мы объясним про переадресацию с GSM операторов, таких как KSL, Active, Beeline, либо еще какие-либо другие GSM операторы, если будут ставить переадресацию на спутниковый телефон Турая, то это работать не будет, к сожалению. Почему? Потому что многие GSM операторы даже примерно в Казахстане процентов 30 из 100 встречается такое, что невозможно совершить звонок на спутниковый телефон Турая, либо Иридиум, либо Инмарсат. Также со спутниковых телефонов невозможно дозвониться на некоторые номера GSM операторов. Почему происходит такая проблема? Со стороны Турая, Иридиум и Инмарсата, операторов спутниковой связи, нет абсолютно никаких ограничений. Вы можете звонить в любом направлении, но есть ограничения на GSM провайдерах, так как звонки на спутниковую связь считаются как международное дорогостоящее направление. Поэтому по умолчанию многие GSM операторы эту функцию блокируют, то есть звонки на спутниковый телефон. Для того, чтобы снять данное ограничение, необходимо будет обратиться в отделение вашего GSM-провайдера, либо позвонить им в колл-центр и сказать им, чтобы они сняли ограничения на входящие и исходящие вызовы на спутниковую связь Турая, или Иридиум, или Инмарсат, смотря чем, какой связью вы пользуетесь. А если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал, у нас будет много всего интересного. Спасибо!